Блин – это маленькая вселенная, так говорят профессиональные повара. Все, что любит человек, можно сочетать с блинами. То есть это будет соотношение от того соли, будут они соленые или будут они сладкие. В этот раз едва солоноватые. Блины с начинкой из куриной печени, с морковью, луком и сливками. Будет фирменное масленичное блюдо этого года в ресторане грузинской кухни. Грузия любит печень. У них очень много блюд, где содержатся эти ингредиенты. Морковь обжарить с луком, затем добавить печень, спустя пару минут залить сливками, оставить, чтобы они впитались. Можно приступать к блинам. Куриные яйца, соль, молоко, мука. И гнать прочь соблазн использовать блендер или миксер. Когда его взбиваешь вручную, он обогащается кислородом и всеми веществами, которые ему нужны. Тесту. За счет этого оно получается очень тонкое. На кухне никаких весов или мерных стаканчиков, впрочем, как и у многих хозяек. Также на глаз необходимо решить задачу, скорее из разряда философских. Тесто не должно стекать с венчика, при этом оставаться жидким. Оно должно немного постоять, чтобы мука впитала влагу. После этого в ход идет запас молока. Также нужно добавить чуть растительного масла. Выпекать блины можно на любой удобной сковороде на сливочном масле. Сливочное масло даст им пористость. Чтобы первый блин не вышел комом, сковороду необходимо прогреть. Тесто – это еще одно из измерений блинной вселенной. Примерно на треть пшеничную муку можно разбавить любой другой – рисовой, гречневой. Кукурузная добавит воздушности, нутовая – наоборот, жесткости. Такие эксперименты по плечу любой хозяйки и неотъемлемая часть поварской профессии. Мне нравится, что всегда что-то новое, всегда экспериментируешь над новым чем-то. И самое главное, что создаешь людям радость. Когда ты видишь, что человек ест то, что ты придумал – это приятно. В масленичные дни Светлана и ее команда готовят примерно по 500-700 блинов, обычных и с начинками. Свое мастерство анапские кулинары покажут в это воскресенье на Театральной площади в рамках блинного фестиваля. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа Регион.